Всем привет! Я Юля, и это долгожданное видео вечерних нарядов, в которых можно встретить Новый год. Но это не означает, что только в них и все. Видео несет развлекательный характер. Если у тебя уже выбран образ к празднику, он тебе нравится, но он ни под какой из пунктов не подошел, ничего страшного. Главное, чтобы ты сама себя в этом наряде чувствовала самой-самой. Наступает 2022 год, год голубого тигра. Прежде чем рассмотреть фото модных нарядов на праздник, давай разберемся, из чего должен состоять идеальный вечерний наряд, который точно понравится тигру. В чем же встречать новый 2022 год? Астрология говорит, что этот год нужно встречать при полном параде. Надевай все самое эффектное, блестящее, но и в то же время утонченное, элегантное, и тогда тигр, символ наступающего года, будет доволен. Что касается цветов, так это год голубого тигра, то главный цвет очевиден. Особенно красиво он смотрится на атласных тканях и платьях, расшитых пайетками. Какого еще цвета наряд выбрать на новый 2022 год? Присмотрись к изумрудному, насыщенному синему, бирюзовому, черному. И не забывай про оттенки металлика. Самыми удачными станут серебряный и золотой. Но если все вышеперечисленное не твое, не расстраивайся. Тигра можно встретить и в спокойных нейтральных цветах, например, коричневом или бежевом. От чего точно стоит отказаться, так это от платьев с хищными принтами, особенно тигровыми. Не подойдут и слишком яркие оттенки, например, неоновые, а также агрессивный красный цвет. И настоятельно не советую надевать наряд, в котором ты встречала год быка. Свободолюбивый и властный тигр этого точно не оценит. С основными нюансами мы разобрались, теперь поговорим подробнее о том, какой наряд надеть на праздник. Правда, если ты уже смотрела видео про тренды осень-зима 2021-2022, то уже самостоятельно можешь подобрать вещи к новогоднему образу. Но я понимаю, что некоторым не хватает насмотренности, поэтому вещаю далее. Голубой. Если ты ищешь что-то нейтральное и элегантное, советую купить на Новый год голубое платье из вискозы. Глубокое декольте визуально удлинит шею, длинный разрез подчеркнет ноги и добавит образу сексуальности, а романтичные рукава придадут аутфиту нежность и женственность. Платье можно по-разному стилизовать при помощи аксессуаров. Акцентные мерцающие серьги в стразах, кулон на цепочке, декорированный ободок, блестящий клатч. К этой модели подойдут абсолютно любые украшения. И еще из плюсов, это платье имеет достаточно универсальный дизайн, поэтому после праздника ты легко сможешь вписать его в повседневный гардероб. Синий. Красивое платье на Новый год темно-синего цвета из вискозы с кружевными вставками – идеальный наряд, в котором ты будешь звездой любой вечеринки. Символ года его тоже оценит. Добавить ему шика поможет массивное многослойное колье или длинные серьги шандельеры. Также из аксессуаров подойдут крупные кольца и браслеты-манжеты. Если хочешь подчеркнуть талию, добавь бархатный ремешок. После Нового года платье можно смело носить в обычной жизни с высокими кожаными сапогами и пиджаком в мужском стиле. Бирюзовый. Астрологи говорят, что если встретить тигра в наряде бирюзового цвета, то грядущий год станет успешным в сфере романтических отношений. Я подобрала для тебя нарядное бирюзовое платье на Новый год, расшитое пайетками. К нему даже не нужны аксессуары, оно само по себе эффектно. Но если захочется, можно добавить аккуратные жемчужины, серьги и несколько минималистичных серебряных украшений. Кроме того, платье на запах своеобразным вырезом отлично корректирует фигуру, гармонизирует ее пропорции, подчеркивает талию и визуально стройнит. Также эффектно в бирюзовом цвете смотрится летящее платье из шелка, которое в этом сезоне в тренде. Коричневый. А в каком платье встречать Новый год, если ты не любишь пайетки, яркие цвета? Например, в этом. Благородный коричневый цвет, трендовый асимметричный крой – то, что нужно для вечеринки. Дополняй его длинными серьгами и акцентными аксессуарами для волос. Это может быть ободок, украшенный камнями или стразами, несколько блестящих заколок или нарядная повязка на голову.
Заверши наряд лаконичным атласным или бархатным клатчем, изящными серебристыми туфлями и макияжем с акцентом на глаза. Новогодний лук готов. Черный. Согласимся, что черный может выглядеть несколько мрачновато в антураже новогодней вечеринки. Я подобрала для тебя модное черное платье на Новый год, расшитое пайетками, которые добавляют ему шика. Объемные струящиеся рукава – фишка этого платья. Они делают наряд более роскошным и эффектным. Из аксессуаров выбирай пару массивных колец, длинные серьги со стразами и миниатюрную сумку. Завершением образа станут черные босоножки с тонкими ремешками, остроносые ботильоны на каблуке или кожаные ботфорды-чулки. Зеленый. Ищешь платье на корпоратив перед Новым годом? Тогда присмотрись к этому варианту. Благородный изумрудный цвет, строгий фасон, подчеркивающий фигуру, асимметричные рукава и пикантный разрез – в нем ты будешь самой модной на вечеринке. Дополняй наряд крупными серьгами, мерцающим ожерельем и небольшой фактурной сумочкой. Из обуви подойдут классические лодочки, ботильоны с облегающим голенищем или босоножки цвета металлик. Считается, что если встретить голубого водяного тигра в зеленом, то в новом году сулит успех в финансовых делах. Золотой. Модное платье, расшитое золотыми пайетками, отличный вариант для тех, кто хочет выглядеть эффектно, но не желает слишком сильно заморачиваться над праздничным нарядом. Это мини-платье с длинными рукавами отлично дополняют черные колготки и пара обуви в тон. Босоножки, туфли, ботильоны, ботфорты, высокие сапоги на каблуке. Из дополнительных аксессуаров советую взять лаконичные серьги, кольца, бархатный клатч с минимумом декора и изящное украшение для волос. Это может быть бархатная заколка в виде банта. Серебряный. Облегающая юбка, струящиеся свободные рукава, драпировка, серебристый цвет – формула модного платья на Новый год для девушки. Подержи его обувью на высоком каблуке, небольшой сумочкой из бусин и массивными серьгами в кристаллах. В таком платье можно пойти и на корпоратив, и на модную вечеринку в клубе, и на праздник в кругу семьи. После Нового года это платье можно надевать на любое торжество или модную тусовку. Оно универсальное. Достаточно поменять аксессуары, и образ заиграет другими красками. С цветами разобрались, теперь обсудим фасоны. На запах. Какое еще платье надеть на Новый год? Присмотрись к романтичному платью миди с запахом. Оно красиво обрамляет фигуру, визуально удлиняет шею, подчеркивает талию, но в то же время скрывает недостатки, если они есть, в области живота и бедер. Из обуви к нему идеально подойдут туфли Мэри Джейн, а также лодочки или босоножки. Платье-комбинация. Универсальное платье на Новый год для женщин в бельевом стиле. Оно смотрится уместно практически в любой ситуации. В аксессуарах можно себя не ограничивать. К нему подойдут и мерцающие серьги-подвески, и минималистичные серьги-кольца, и массивное многослойное колье, и аккуратные кулоны на тонких цепочках. Если нужно накинуть что-то поверх, выбирай оверсайз кардиган с блестящими нитями или мужской пиджак с атласными вставками. Плиссе. Вечернее платье на Новый год с плиссированной юбки подойдут тем, кто любит струящиеся динамические ткани. Платье-жакет. Тем, кто ищет что-то строгое, элегантное, но в то же время модное и сексуальное, предлагаю присмотреться к черному платью-жакету. Оно подчеркивает талию и стройные ноги. Дополни его крупной золотистой цепью на шею, сатиновым клатчем продолговатой формы или небольшой сумкой-торбой и обувью на каблуке. Идеально подойдут босоножки, кожаные лодочки, высокие сапоги. Сделать дополнительный акцент на талии поможет широкий кожаный ремень. На одно плечо. Интересно смотрится женское платье на одно плечо. Дополни его крупными серьгами, кольцами, многослойным браслетом, нарядным клатчем и туфлями на высоком каблуке. К нему подойдет как объемная укладка с локонами, так и аккуратный высокий пучок. Ну а теперь завершающий блок про материалы. Атлас или шелк. Удачным решением будет встретить Новый год в платье из лоснящегося атласа или шелка, который красиво переливается на свету. Хорошо смотрится с серебристыми или золотистыми украшениями. Если хочешь расставить яркие акценты, дополни платье бижутерией с цветными камнями и сумкой контрастного цвета. Пайетки. В это платье просто невозможно не влюбиться. Звезда в прямом и переносном смысле. Из аксессуаров выбирай многослойное колье или замиксуй несколько разных цепочек и подвесок. Также подойдет небольшой блестящий клатч на цепочке и изящный металлический ободок с декором. Бархат.
Если хочешь выглядеть по-настоящему роскошно, выбирай темно-синее или изумрудное платье на запах из бархата. Элегантное, женственное, дорогое на вид, голубому тигру оно точно понравится. Сделай несколько акцентов при помощи украшений и добавь лаконичный клатч. Образ готов. Ну вот и все. Надеюсь, мои подборы образов вам понравились, вы воспользуетесь моими советами, и как результат в Новый год вы также понравитесь голубому тигру, и следующий 2022 год принесет вам бурю счастливых эмоций.